В лаборатории красоты «Капсула» с первых минут пребывания вы окунетесь в атмосферу красоты, комфорта и уюта. И очень здорово, что у людей поменялись приоритеты, а вместе с тем и отношение к салонам красоты. Не просто разово сделать укладку к мероприятию или постричься, а постоянно посещать для уходовых процедур. Сейчас это абсолютно приемлемо для каждого. Лаборатория красоты «Капсула» – это место, где знают, как продлить вашу молодость и красоту на долгие годы. Наверняка многие девушки и женщины уже оценили преимущество носки гель-лака. Маникюр и педикюр носятся в несколько раз дольше, чем обычный лак, а профессиональные мастера нейл-индустрии могут выполнить сегодня любой дизайн. Здесь ценят каждого клиента и заботятся о его комфорте во время процедур. Во время любой из них вы можете наслаждаться выбранным напитком и специальной карты клиента. Еще одним популярным направлением в индустрии красоты стал перманентный макияж. И если еще 10 лет назад эту процедуру в основном делали женщины до 30, то сегодня это удобство оценили и дамы старшего возраста. Современный перманентный макияж – это искусство, которое призвано создавать красоту. Ведь он придает женщине не только уверенность в себе, но и яркость глазам, выразительность бровям и губам на длительный срок. Нет возрастных ограничений при проведении процедуры. Еще у нас действует система скидок, которой вы можете воспользоваться, а мы с большим удовольствием подберем вам дизайн перманентного макияжа согласно вашему стилю и образу. Расслабиться после тяжелой трудовой недели можно на массажном кресле. 15 минут и вы снова полны сил. А если вы хотите более продолжительный массаж, воздействующий на определенные зоны, то можно записаться к мастеру на несколько сеансов. Важная составляющая сохранения красоты на долгие годы – косметология. Косметологические процедуры творят чудеса и потому пользуются такой популярностью. В зимний период актуальны такие процедуры, как пилинг, чистка, микронитлинг. Различные уходовые процедуры, они помогают омоложению кожи лица, восстановлению гидролипидного барьера кожи. Процедуру нужно делать один раз в 2 недели, если мы говорим о пилинге и о микронитлинге, и один раз в 3-4 месяца, если мы говорим о чистке. Возраст, с которого можно начинать делать косметологические услуги, начинается с 16 и до бесконечности. Кстати, среди новогодних предложений лаборатории красоты «Капсула» массаж лица и альгинатная маска всего за 20 рублей. Всегда в наличии подарочные сертификаты на любую сумму и услугу. И, конечно, вам придется по вкусу действующая в «Капсуле» накопительная система скидок. Как видите, ухаживать за собой легко и просто. Мастера «Капсулы» предложат вам больше, чем вы можете ожидать. А если вы хотите получить новую профессию, то и в этом лаборатория красоты «Капсула» вам поможет. Вы можете обучиться или повысить квалификацию по таким специальностям, как барбер, мастер перманентного макияжа, визажист, мастер ногтевого сервиса. Добро пожаловать в лабораторию красоты «Капсула».